Яндекс News. Действительно, климат меняется. Такое ощущение, что мы все ощущаем на себе то, что аномально была аномальная погода в апреле, внезапно там до плюс 27 градусов, и ну, для апреля это какая-то странная, очень необычная теплая погода. Насколько вот именно Латвия находится в эпицентре событий, насколько Латвия в этих изменениях климата является одной из таких стран, где эти перемены происходят? В первую очередь климат меняется везде, потому что климат – это глобальная система, которая охватывает весь мир, то есть выделить конкретную территорию, вот здесь происходит изменение климата, а там не происходит, невозможно. То есть все это взаимосвязано, и вообще говоря про вот последнее время, думая о нашем разговоре, я подготовила небольшую такую статистику о прошедших нескольких лет, чтобы посмотреть, какие были прошедшие года в Латвии, какие экстремумы. То есть, действительно, например, вот вы упомянули апрель, да, действительно, апрель был достаточно теплым, это был третий самый теплый апрель в истории, 27 апреля был тот день, когда побит рекорд многих станций, 27 градусов, достаточно высокая температура для апреля. Также было достаточно мало осадков, что, конечно, вместе с высокими температурами дает вот это ощущение сильной засухи и жары. Действительно, и апрель был самым сухим апрелем в истории, что является само по себе рекордом. В общей сложности по стране было всего 3 миллиметра осадков, что чрезвычайно мало, конечно. Но если смотреть за последние несколько лет, то, например, мы можем вспомнить август 2017 года, когда в Резекне было в 3 раза больше осадков в месяц, когда были все эти потопы, наводнения в Латгалии. Также... В 2017 году этого года, в смысле этого века. Да, 2017 год, вот буквально совсем недавно. И в сентябре того же года, 2017 года, были сильные осадки, то есть было почти в 2 раза больше осадков за весь месяц. К тому же сентябрь 2017 был третьим самым дождливым в истории всего лишь 2 года назад. А если сравнить 2 сентября подряд, 17 и 18 год, то 18 год, наоборот, был достаточно жарким. И в 20-х числах, если точнее 21 сентября в Елгаве, это был первый раз, когда во второй половине сентября было плюс 30 градусов. То есть 21 сентября 2018 года в Елгаве было 30 градусов, а спустя всего пару дней в той же самой Елгаве 25 сентября был снег первый. То есть вот такие перепады. Светлана, у меня сразу вопрос. Вы говорите, самые жаркие в истории, самые дождливые в истории. Вот под историю вы какое подразумеваете период времени? Обычно мы используем, сравнивая экстремальные значения, мы используем все доступные нам наблюдения. То есть мы, в принципе, используем с начала прошлого века, то есть получается, где-то с 1900-х годов, но при этом на самом деле у нас нам доступны достаточно длинные ряды. То есть, например, Рижская метеостанция, у нее самый длинный ряд наблюдений, и это с 1795 года. Например, а вы видели эти записи 1795 года? Да, они есть в наших архивах, в метеоцентре. То есть, в принципе, можно посмотреть историю. А до этого велись, наверняка в летописях там же всегда отмечается, был такой-то там аз есмь там год. Паки. Да, паки иже херувимы. Наверняка доступны эти данные, но вот эти данные, что я упоминаю, это первые инструментальные данные, которым мы можем доверять. К тому же у нас есть 2 станции, если я не ошибаюсь, это Мерсракс и Прекуль, которые официально получили подтверждение от Всемирной метеорологической станции, что они являются столетними станциями, то есть на них на самом деле даже чуть длиннее ряд, чем 100 лет, но они соответствуют всем стандартам, то есть за эти 100 лет не произошло никаких изменений, даже никаких критических изменений, которые повлияли бы на данные. То есть эти данные были непрерывно, на одном и том же месте происходили. То есть эти данные очень высокого качества. И у нас есть официальные сертификаты для этих 2 станций. А вы знаете, какая первая запись? 1725 год, вы сказали, да? Вот он начинается.
1795, да, простите, да. Вот 1795, вот какая-то первая запись есть, мы знаем, что там написано. Но, к сожалению, вот. Я не помню с головы. Вот решил наблюдать за погодой, да, на сегодня дождь, или как это происходит? Это было в университете произведено, то есть это, скорее всего, было уже в целях научных, в исследовательских целях, и начали наблюдать температуру, то есть вот это то время, когда уже... Используя уже инструмент, не просто там летописец, там, по своему мнению, там, вот что-то жаркое, вот, погода сегодня. Зяблики поют к засухе. То есть это все официальные уже наблюдения, в специальный метеорологический журнал были записаны, то есть все это уже как достоверные метеорологические наблюдения. Но вот вы говорите, что такая вот получается все равно синусоида, то есть какое-то лето более дождливое, какое-то менее дождливое, а вот если брать вот действительно вот эту, ну, средние значения, действительно ли происходит глобальное потепление, потому что часто ставят под сомнение, говорят, что это все какие-то выдумки, что во все времена всегда были какие-то перепады, когда-то теплее, когда-то холоднее. В общем, Гольфстрим охлаждается или нет? Так, давайте постепенно до Гольфстрима еще доберемся. Да, действительно, глобальные изменения происходят, но тут важно различать. Климат менялся всегда. Были какие-то более холодные периоды, малые ледниковые периоды и так далее. То есть... изменения в циклах солнечной активности, например, то есть какие-то флуктуации, какие-то изменения, они были всегда. Но сейчас под изменениями климата в основном стараются подразумевать, и, например, Объединенные Нации под изменением климата подразумевают именно те изменения, на которые повлиял человек. То есть... природные циклы, они остаются, но есть еще огромное влияние человека, и оно на данный момент уже научно доказано, что не будь активности, человеческой активности с начала индустриального периода, то есть, ну, обычно в метеорологии мы сравниваем с 1850-1090-е года, то таких глобальных изменений не было. И сейчас, если смотреть... глобальную температуру воздуха, то вот сравнивая с этим индустриальным периодом, мы уже приближаемся к отметке примерно плюс 1 градус. И если так дальше пойдет, то, в принципе, к концу века мы можем достичь плюс 2 градуса, что по оценке есть отдельная еще такая огромная организация, как межправительственная группа экспертов по изменению климата, то есть это главная организация, в принципе, я бы так назвала, которая и курирует все, ну, в принципе, следит за всеми исследованиями по изменению климата, они регулярно подготавливают большой отчет о том, что ученые заметили. И они констатировали тот факт, что, в принципе, на плюс 1,5 градуса температура может подняться уже где-то к 30-50 годам этого века, то есть вот буквально уже скоро, через 10-20-30 лет. А вот эти плюс 2 градуса к концу века, это уже будут необратимые последствия. То есть вот это... что такое необратимое? Это сразу как-то градус, так немножко... Да, не страшно вроде бы, да, а вот 2 – это уже необратимые последствия. Это как? В принципе, ну, кажется, даже и 1 градус, вот если мы так, с точки зрения погоды, конечно, с точки зрения обывателя, 1 градус, ну, это не меняет никакой разницы, но мы говорим о климате, а не о погоде. И плюс 2 градуса, например, ученые говорят, что такие изменения могут повлиять на, в принципе, все, что нас окружает. То есть... есть примерные оценки, что может исчезнуть до 90, по-моему, 9, что-то около такого процента коралловых рифов, кораллов вообще. Например, существуют такие примерные оценки, что изменение климата может повлиять на сельское хозяйство, и в том числе, например, на производство шоколада. Вот я прям занервничала. Оно будет увеличено, может быть, просто. Ну, вот, я не уверена, что мы хотим остаться без шоколада, но, насколько я помню, одним из главных производителей шоколада являются две страны в Африке, Кот-д'Ивуар в том числе, и те изменения климата, которые происходят вот на берегу Слоновой Кости, они, в принципе, ведут к тому, что погода будет неблагоприятна для производства шоколада, и вот это может привести к тому, что мы останемся без шоколада. Но шоколад и коралловый риф – это еще полбеды, но ведь говорят, ну, есть прогнозы, что это может угрожать и самому существованию человека, и вот, ну, подъем
Мирового океана из-за того, что тают ледники. Причем сейчас, по-моему, последние буквально были данные, что откололся ледник, вот огромный айсберг величиной с Манхэттен. То есть, в принципе, происходят там какие-то происходят процессы, что-то откалывается, растворяет, то есть поднимается уровень Мирового океана, и это означает, что все города, которые находятся на берегу моря, они могут уйти под воду, и это, в принципе, напрямую касается и Риги. В принципе, вот если мы говорим все про этот печальный, к сожалению, сценарий про плюс 2 градуса, то прогнозируют увеличение уровня моря на до 50 сантиметров. То есть достаточно, ну, это мировой океан, то есть это достаточно большие значения. И, конечно же, ученые работают над тем, чтобы максимально анализировать и исследовать все эти процессы, что происходит. Но, к сожалению, конечно, это очень сложная, огромная система. И так на данный момент ученые умы уже продвинулись, сделали огромный шаг в моделировании всех этих процессов. Но, например, вот тот же Гольфстрим, который до этого мы упоминали, да, существуют некоторые показатели того, что он может замедляться, но это настолько сложно моделировать. Например, нынешние модели, насколько мне известно, например, очень проблематично им улавливать, например, притоки вот этих растаявших вод, которые, например, с Гренландии и так далее идут в океан. Но даже эти модели, например, если говорить о Прибалтике, да, то есть если Гольфстрим замедлится, это, конечно, повлияет на Европу, но вот эти модели, что на данный момент есть, они прогнозируют влияние вот изменений в Гольфстриме больше, конечно, на Скандинавию, то есть Прибалтику пока что по прогнозам, тем более эти прогнозы где-то на ближайшие несколько сотен лет, то есть это пока еще на данный момент все-таки немножечко более дальнее будущее, Прибалтику пока что это именно вот изменения в температуре и так далее меньше затронет. Но это все, в принципе, огромные модели, это надо иметь в виду, когда мы говорим про изменение климата. То есть это, в принципе, огромные вычислительные, огромные математические задачи, над которыми работают огромные университеты, институты, метеоцентры. То есть повсюду, в принципе, Америка, Норвегия, Япония, Россия. То есть все разрабатывают модели. И потом, уже основываясь на этих моделях, понятно, они между собой чуть-чуть отличаются, потому что разные данные и так далее, разные условия. Но уже основываясь на вот этих огромных расчетах, потом ученые уже прогнозируют дальнейшие изменения. Да, я напоминаю, что у нас в гостях начальник отдела климата и методологии Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Светлана Анискевич. У нас телефоны прямого эфира, если вам есть что сказать, что-то спросить или прокомментировать, 67212939, 67213939 и номер WhatsApp 2306191. Мы тут говорим, кстати, об изменениях климата, о потеплении и о парниковом эффекте. Мы сейчас еще о нем тоже поговорим. Вот присоединяйтесь. Пока вот в WhatsApp меня поправили, что Германия, Куба, Нидерланды, Индия – это страны, которые родили чемпионов мира по шахматам. Вот как. Да, то есть, в чем-то мы не ошиблись, да, все-таки, да? А вот возвращаясь к проблемам климата, ученые, строят предположения, делают математические модели, а ведь решения все-таки принимают политики. И, к сожалению, вот у нас, возникает вопрос, а что вот можно изменить в мире? То есть вот огромное количество людей обеспокоены тем, что происходит в мире, выходят на демонстрации, они требуют от своих правительств, какие-то принимать решительные действия, но понятно, что вот это будет затрагивать интересы, опять-таки, большого количества людей, и в том числе и каких-то компаний, которые заинтересованы, предположим, в производстве, которое вредно для вот окружающей среды. Вот как решаются эти проблемы? Именно для этих целей несколько лет назад было подписано Парижское соглашение, которое подписали, если мне не изменяет память, что-то около 200 стран, именно о намерениях сотрудничать в уменьшении изменений климата, в уменьшении выбросов. И, в принципе, конечно, это все зависит не только от правительства, от министерства и так далее. Это, конечно, зависит от каждого из нас. То есть даже в нашей ежедневной жизни,
каждый из нас производит отходы, мусор, СО2 и так далее. В принципе, конечно, инициатива частично должна идти и от правительства, про те же самые, не знаю, автомобили, общественный транспорт, мусор, экология и так далее. Но это, конечно же, касается и каждого из нас. У нас есть звонок. Здравствуйте, доброе утро. Пожалуйста, представьте. Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Сергей, я только подключился, может быть, уже говорили, но еще раз повторите, когда мы наконец-то почувствуем это глобальное потепление в Латвии? Да, на самом деле, это вопрос, который всегда... Иронично задается. Не то, что иронично задается, но, в принципе, если уже начинает обсуждаться вопрос как-то глобального потепления, а иногда мы и об этом говорим среди там, друзей, например, то я, там, скажем, придерживаюсь той теории, что да, действительно, глобальное потепление приводит к таянию льдов, и таяние льдов охлаждает Гольфстрим, Гольфстрим охлаждает берега Европы. И, соответственно, вместо глобального потепления мы получаем скорее похолодание и увеличение количества осадков. А, может быть, у вас есть какая-то другая теория, может быть, есть теория, которую, например, вы лично придерживаетесь? В принципе, теория, ну, даже это не теория, это научно подтвержденный факт, изменение климата происходит. И мы однозначно невозможно ответить, когда мы почувствуем изменение климата, потому что, как в принципе в шутку определяют, что такое климат, погода – это то, что мы надеваем сегодня, климат – это то, что у нас в шкафу. То есть мы это почувствуем только когда, например, из наших шкафов мы сможем, мы поймем это, когда, не знаю, пропадут шубы, зимние сапоги и так далее. То есть изменения климата, они происходят постепенно. Например, все те экстремальные события, что я упоминала в начале нашего разговора, они являются, ну, своего рода косвенным доказательством того, что происходит изменение климата. То есть какое-то отдельное событие, например, вот прошедшая жара или засуха, их очень сложно связать напрямую, что вот конкретно это экстремальное событие было вызвано изменениями климата. Но общая картина, она однозначно связана. И, в принципе, чтобы анализировать эту картину, несколько лет назад в метеоцентре мы закончили достаточно обширное исследование, в рамках которого мы как анализировали исторические данные, в данном случае мы взяли данные с 1961 по 2010 год, также мы использовали данные вот, вышеупомянутых моделей, чтобы прогнозировать, каким будет климат в Латвии к 2100 году, то есть к концу этого века. И если посмотреть, то самые главные изменения затронут температуру воздуха, причем температуру воздуха зимой. Это значит, что зимы у нас будут теплее, и количество осадков, да, общая тенденция увеличивается, и сильнее всего увеличивается тоже зимой. То есть, в принципе, вот мы прогнозируем, модели прогнозируют, что зимой будет теплее и дождливее, например. Также мы анализировали разные показатели, которые характеризуют те или иные экстремальные события. Например, есть такой интересный индекс, как тропические ночи, который характеризует температуру воздуха и означает, что минимальная температура не понижается ниже 20 градусов, то есть воздух не остывает. Если на данный момент самое максимальное значение – это 14 таких ночей, то есть 14 ночей, когда было очень тепло, даже ночью, и эти рекорды дважды был побит в Риге, вот, по-моему, если я не ошибаюсь, как раз в прошлом году в Риге этот рекорд был повторен, то в будущем, в среднем, 14 дней, либо полмесяца, это уже среднее за весь период, то есть в среднем у нас каждый год будет полмесяца тропических ночей к концу века. Полмесяца. Полмесяца. То есть, в принципе, эти изменения достаточно сильные, достаточно значимые. И, конечно же... А уровень воды, если повысится мирового океана, как это затронет Ригу? Уровень воды, к сожалению, мы лично не анализировали. То есть есть различные тоже исследования на эту тему, но, к сожалению, мне сложно их комментировать. Поэтому это наша дальнейшая тема исследования, потому что, конечно, это все взаимосвязано. То есть меняется температура, увеличивается количество осадков, уровень воды и так далее. Конечно, это все взаимосвязано. И это все, конечно, будет влиять на нашу ежедневную жизнь.
Вот я читал интересное исследование, где авторы которого утверждают, что потепление, глобальное потепление усиливает экономическое неравенство в мире, потому что традиционно получается так, что страны с более холодным климатом, они более промышленно развиты, а страны более бедные, у них более, ну, жаркая, теплая погода, и они живут за счет, ну, туризма. То есть вот богатые туристы из холодных стран приезжают потратить свои денежки. И это изменение климата, что в этих богатых странах еще теперь и температура будет такая, что можно ехать, никуда не надо. То есть вот они, ну, обращают внимание на то, что это, ну, может еще больше усилить вот Прошлое лето пока доказательство тому, что совершенно не было смысла никуда ехать. Здесь было 32 градуса, и все говорят, ну как, это же кощунство куда-то отправляться в такую погоду. В рамках этого же исследования, когда мы анализировали климат Латвии под руководством Министерства защиты окружающей среды и регионального развития, проводились еще исследования по 6 разным отраслям, например, строительство, сельское хозяйство и туризм в том числе, в рамках которого анализировали, как вот наши результаты об изменении климата, как вот эти изменения климата повлияют на данную отрасль. То есть, например, если мы говорим про туризм, к сожалению, зимой, значит, зимний туризм, снег и так далее, это будет уже менее актуально со временем, а вот, например, летний туризм будет более актуален, потому что погода будет более благоприятна. Но к тому же, говоря вообще про погоду и про глобальное потепление, надо иметь в виду, что беженцы именно из-за изменения климата становятся достаточно актуальной проблемой. То есть, если в тех странах, где и так уже жаркий климат, будет еще жарче или еще суше, например, то для людей это будет очень неблагоприятная среда для жизни, для сельского хозяйства и так далее, и просто будет невыгодно там жить. То есть у нас будет развивающиеся страны достаточно комфортным климатом, куда хлынет поток беженцев, соответственно, всех стран, которые стали невыносимы. Если брать историю, в принципе, вот можно сказать, что малый ледниковый период, который произошел в начале средних веков, ну вот как раз привел к закату Римской империи, так вызвало и переселение, великое переселение народов, и бегство из северных стран, где, ну, практически было невозможно выживать, давление на Римскую империю, и, в принципе... Ну, да, в принципе, это один из примеров, только, к сожалению, наши изменения, те, что происходят, они гораздо более резкие, более быстрые. То есть это одна из главных проблем, что скорость изменений климата, скорость изменений среды, она гораздо быстрее, чем когда бы то ни было. Ну вот мы сейчас как раз касаемся того, что... ну я задам вопрос, наверное, после того, как прозвучит вопрос нашего слушателя. Здравствуйте, доброе утро. Пожалуйста, ваш вопрос. Доброе утро. Вот я на днях прочитала, что на Земле не хватает денег, чтобы доставить воду в засушливые районы. Но зато хватает денег, чтобы искать воду на Марсе. Так может как-то какое-то движение организовать, что ли, чтобы меньше тратили денег на космос, а занялись климатом и орошением земного шара. Спасибо. Спасибо, спасибо. Ну вот вопрос, да, нужно ли... Давайте вы сейчас за всех отвечаете. Действительно. За нас, за вас и за нас. Давайте. К сожалению, сейчас достаточно актуальная проблема, когда про климат говорят политики, и климатологам приходится вот за политику отвечать. Да, нехватка воды – актуальная проблема, может быть, и особенно если исходя из нынешних изменений климата, в более засушливых регионах будет еще больше засуха. В принципе, для этого частично и была создана межправительственная группа экспертов по изменению климата, чтобы актуализировать эти проблемы. То же самое Парижское соглашение имеет цель уменьшить влияние изменений климата, максимально адаптироваться к этим изменениям. Но это, конечно, зависит от всех стран и от той же самой Америки, которая, в принципе, не очень активно участвует в этом Парижском соглашении. Поэтому тут это все-таки, конечно, политический вопрос. Можно ли сравнить это, простите, вот с коммунальной квартирой, где вот
ходят в туалет, вот по-большому, не смывают за собой, вот невозможно, ну, не могут вот ничего сделать. Ну, то есть, вот получается, что ведь ну, богатые страны могут просто гадить планете и жить по принципу «после нас хоть потоп, на наш век хватит, а может быть, все обойдется», а расплачиваться за это будут наши вот потомки и по полной программе. Ну, действительно, такая ситуация тоже может быть, что люди, в принципе, и люди сами, и политики живут по принципу, как вы правильно сказали, после нас хоть потоп. Но, в принципе, для этого сейчас и происходят разные митинги, чтобы актуализировать эту проблему, поднять ее на нужный уровень. И, в принципе, как я уже тоже упоминала, все эти проблемы надо начинать решать себя и показывать пример остальным окружающим. Понятно, это может быть сложно, менять образ жизни и так далее, но если не сами, то кто? А что вот может сделать обычный человек? В принципе, можно сделать очень много, начиная от меньше потреблять пластика, то есть, например, тот же самый запрет на пластиковую посуду, это часть одной вот этой цепочки, звенья одной цепи. Дальше можно пытаться, например, меньше потреблять говядину, свинину, больше курицы, потому что... Почему? Это... Вот, кстати, интересно. Потому что производство, в принципе, куриного мяса производит меньше парниковых газов. То есть это более выгодно в данном случае, то есть выбросы меньше. И, соответственно, это более выгодно. Переходим со стейка на наггетсы. Ну, да. То есть коровы, простите, они выделяют... Да. Вот так вот. Так что, может быть, в этом смысле веганы вот действительно молодцы. Спасут. Едят планету. Свои платановые листья, понимаешь? И какой сразу плюс для планеты? Но насколько сильно сейчас вот это движение за экологию? И вот недавно была очень интересная новость о том, что шведскую школьницу выдвинули на Нобелевскую премию мира. Грета. Да, Грета, значит, знаменитая Тунберг, которая перестала ходить на уроки ради изменения климата. И тут же 20 тысяч подростков по всему миру с радостью поддержали ее инициативу. Не будем ходить в школу, пока, значит, что-то не изменится в мире. А вот что должно произойти, чтобы действительно политики схватились за голову и стали, ну, более, может быть, решительно действовать? Частично, может быть, стоит показать, что изменения климата могут принести не только убытки, но они могут принести и пользу. Например, для таких целей разрабатываются и в данном случае Министерство окружающей среды работает над планом адаптации, то есть показать, как можно действовать, чтобы получить максимальную выгоду. То есть, например, ну, пример из головы, сажать там не одну культуру, а что-то другое, например, потому что будет больше плодоносить, больше приносить урожай, и, соответственно, это будет гораздо выгоднее, чем поступать так же, как и есть. То есть, помимо того, что просто смириться и с тем, что вот будут такие изменения, или же настраиваться на только плохое, можно пытаться получить из этого выгоду, то есть, так же, как мы до этого упоминали туризм, если мы предполагаем, планируем, прогнозируем, в принципе, что будет в Латвии более благоприятная погода для летнего туризма, значит, сейчас уже надо планировать, как мы можем использовать эту выгоду, то есть, например, развивать какую-то инфраструктуру и так далее. То есть, в принципе, изменение климата – это не всегда только плохое, это зачастую еще что-то хорошее. И поэтому просто протестовать против изменения климата, ну, сейчас они уже происходят. Остановить однозначно мы уже не можем, потому что мы можем уменьшить выбросы СО2, например, но концентрация, она все равно, она будет какое-то время еще в атмосфере, она в какой-то... Концентрация СО2 не упадет в тот же момент, когда мы просто перестанем выбрасывать эти газы в атмосферу. Ну, СО2 условно, то есть тот же СО2 – это всегда, например, машины, которые на дизеле, да, и сейчас уже с ними борются, да, то есть повышается там налог, уменьшается вообще количество машин, которые производятся на дизеле и так далее. Это без Греты происходит, да, и потому что она в школу не ходит. Происходит потому, что происходит. Но еще такой момент, я очень часто слышу версию о том, что мы слишком зациклены на этом климате. На самом деле климат и менялся всегда, чуть медленнее, чуть быстрее, и были достаточно радикальные изменения климата за всю историю существования Земли, да, и
тут нет смысла бороться с ветряными мельницами. Вот что вы думаете по этому поводу? Действительно ли это преувеличенная проблема? И это просто, вот, скажем так, для отвода глаз очень многие занимаются, да? Или это действительно проблема, которой стоит заниматься, и она актуальна? Это действительно актуальная проблема, и она одна из 5 самых главных проблем, по мнению Объединенных Наций. То есть это топ-проблема, которую надо решать. И действительно, изменения, они были всегда, но скорость изменений сейчас, она беспрецедентна, то есть эта скорость очень высока, и все эти изменения очень быстрые, и происходят гораздо быстрее, чем когда бы то ни было. То есть все, конечно, зависит от того, готовы ли мы смириться с потенциальными рисками в будущем, до этого упомянутый шоколад, готовы ли мы от него отказаться или нет. Если мы все-таки не готовы, ну, понятно, это один просто пример из миллиона вещей, на которые повлияют изменения климата. Если мы готовы жить в жарком климате без каких-то привычных нам продуктов, без природы такой, какой мы привыкли, без, ну, опять же, тех же самых коралловых рифов, если мы готовы к этому, ну, к сожалению, тогда мир уже, конечно, будет совершенно другим, и, к сожалению, вряд ли будет лучше, чем сейчас. Поэтому эти быстрые изменения, их надо пытаться частично остановить, частично получить выгоду из этих изменений, ну, потому что, к сожалению, на данный момент получается, что если будет так, как сейчас, изменения будут весьма драматичны, и уже достаточно скоро может наступить момент, когда изменения будут необратимы. Есть несколько просто вопросов в WhatsApp. Один вопрос касается: на глобальное потепление также связано с увеличением площади асфальтовых дорог. Вот утверждает наш один слушатель, темный цвет притягивает тепло и подогревает атмосферу. Вот что, как вы можете прокомментировать? Весьма возможно, но я думаю, процентуальное соотношение асфальтовых дорог на всю поверхность Земли достаточно маленькое, чтобы однозначно сказать, что это повлияло ли или нет. Но даже, я думаю, если было влияние, то оно достаточно малое по сравнению с теми же самыми машинами, которые ездят по этому асфальту, и теми выбросами, которые эти машины производят. Еще один вопрос. Вот волнуется слушатель о состоянии озонового слоя и спрашивает, следит ли кто-нибудь за этим и хоть как-либо контролируется ли это? Действительно следят за уровнем озонового слоя, наблюдают ученые по всему миру. Например, у нас даже в метеоцентре есть коллеги, которые следят за качеством воздуха и так далее, озоновым слоем в том числе. И то есть за этим следят, это мониторят. Ну, точнее, к сожалению, не могу сказать, этим занимаются другие коллеги. Латвия, вот если мы говорим все-таки о ее роли, ну, получается, что мы одна из многих стран, которые, ну, вот, озабочены этой проблемой. Что конкретно вот в Латвии, можем ли мы на что-то повлиять, на эти все процессы? И, ну, вот, каким вы видите эту ситуацию? Ну, в принципе, опять же, изменение климата и попытки уменьшить их надо начинать с самих себя. Это свои ежедневные поступки, сортировка мусора, меньше пластика, меньше потребления, например, горячей воды или всяких химикатов при стирке белья или мойке посуды и так далее. Также, в принципе, происходит обсуждение и на уровнях министерств, то есть относительно недавно Министерство окружающей среды подготовило, защита окружающей среды подготовила вот стратегию по адаптации. Она, насколько мне известно, была в доступе, то есть другие организации могли комментировать и так далее. То есть, в принципе, происходит активность, помимо того, что каждый может что-то делать. Этот вопрос активно обсуждается на уровне министерства, то есть, в принципе, все работают над этим вопросом. Но вот с другой стороны, смотрите, есть богатые страны, от которых, например, вот такое самоограничение, они относятся, ну, чем выше уровень жизни, тем сложнее людям смириться с тем, что им придется в чем-то себя ограничивать. И вот опять-таки вот ситуация, как в коммунальной квартире, получается, вот мы в Латвии можем себя ограничить, но если есть, вот, ну, скажем, Америка, которая там, ну, не очень-то хочет выполнять там парижские, как вы сказали, соглашение, и не очень хочет, ну, снижать уровень потребления, то вот
вот не получится ли так, что да, мы можем что угодно делать вот в маленькой Латвии, но все равно мы не сможем повлиять, если это большие страны этого не захотят? Ну, опять же, если говоря, например, про богатые страны, можно упомянуть ту же самую Норвегию, которая очень усердно предоставляет финансирование на исследование изменений климата, на уменьшение изменений климата и так далее. То есть, конечно, все зависит от страны, и, конечно, ну, главные игроки – это те страны, которые больше всего производят тех же самых парниковых газов, Америка, Китай и так далее. Но если, опять же, если не мы, то кто же? Если все будут относиться к этой проблеме весьма так скептически, то тогда ничего и не поменяется. Ну, тут еще надо иметь в виду, что, допустим, у нас любой продукт с приставкой «эко», он всегда там в 1.5-2 раза дороже. То есть, если мы говорим сейчас о снижении, например, тех же химикатов при использовании, там, не знаю, при стирке белья или мытья посуды, то условно можно купить какой-нибудь, это не реклама, какой-нибудь там «Ферри» за 1.5 евро и какой-нибудь «эко супер H2.0-5», он будет стоить, там, не знаю, там 6 евро, будет хуже мылиться, ты будешь его больше расходовать, естественно. То есть у нас, по идее, забота об окружающей среде, это тогда нужно иметь в любом случае достаток выше среднего, потому что просто это просто дорого. Потому что если мы говорим, ладно, там, мытье посуды условно, да, но если мы говорим там о стирке белья, о приготовлении блюд, о продуктах, которые мы покупаем, да, то есть я всегда, например, с ужасом смотрю там на тех родителей, которые, вот с сочувствием прям искренне для тех родителей, на тех родителей, которые покупают детям продукты только определенных, там лактоза, переносимость, еще что-нибудь там. И это вот отдельная полочка, да, в супермаркетах, где там просто можно написать «дорого», да, и как бы, и все. То есть там молоко стоит сразу там в 2 раза дороже, шоколад в 5 раз дороже и так далее. Ну, потому что это какая-то необходимость. Там необходимость. А убедить людей покупать продукт, который можно купить дешевле, покупать его дороже, потому что, вы знаете, мы тут все сейчас, нам через 150 лет нашу страну затопит, это же, ну, это утопия, простите за это слово, какая-то тавтология получилась. Я, ну, или я не права, не знаю. Ну, к сожалению, да, часто все упирается в привычки и в материальные возможности. Например, для климата было бы, конечно, тоже полезнее покупать местные продукты. То есть, например, не было никаких затрат на транспортировку, либо эти затраты минимальны. Но, к сожалению, у нас тоже ситуация такая, что зачастую местные латвийские продукты гораздо дороже или дороже значительно, чем привезенные, например, не знаю, яблоки из Польши, скажем. Но это действительно, это вот такой баланс между волей, доброй волей и вот привычками, финансовыми возможностями и так далее. Полеты на самолете, насколько они влияют? Да, на каждом же билете написан примерный выброс СО2 от каждого самолета. И то есть, например, в ту же Лепу не полететь на самолете, а тогда уже взять автобус и доехать до Лепы. И, конечно же, для климата было бы полезнее, если взять велосипед, но, да, но это совсем уже, конечно, крайность. Это было бы не полезно для твоего работодателя. Я пропадаю на 2 недели, я на велосипеде до Парижа и обратно. То есть, конечно, это все в рамках разумного. То есть, ну, никто не говорит до Парижа на велосипеде, но понятно, что тут не идет речь об ущемлении каких-то базовых возможностей, прав и так далее. Но в целом, вот если подводить эту черту, что нас, ну как у вас, мрачный прогноз на ближайшее время или все-таки есть какая-то надежда? Ближайшие 100 лет Латвию затопит или нет? Вот нам интересно. Нет, не затопит. Отлично. Уже хорошая новость. Так, теплее будет? Обязательно будет теплее, будет больше летних дней, будет больше тропических ночей, которые я упоминала, будет больше дождей в зимний период, а количество, глубина и высота снежного покрова уменьшится. То есть уже погода будет, климат будет уже не такой, какому мы привыкли. Зима будет абсолютно другой, она будет короче, она будет менее снежной, не такой холодной, возможно. В любом случае, конечно, какие-то экстремальные значения могут быть какие-то. Один год, например, будет холоднее, другой год дождливее, третий засушливее. Но тенденция, она останется, будет теплее, будет дождливее и меньше снега. Значит, выбрасываем зимние сапоги, валенки, уги, покупаем.
покупаем резиновые сапоги разных цветов, чтобы хоть как-то компенсировать эту серость вокруг. Но смотри, на Латвии не так плохо все это влияет. Ну, опять же, пока что да, но тут опять же, все смотря с какой стороны смотреть. Если со стороны обывателя и с вопроса, что надеть, тогда это, конечно, ну, меньше зимней одежды, хотя на всякий случай, какую одну зимнюю куртку и зимнюю пару сапог оставить, потому что все-таки один год какой-то может быть и будет холодным. Но это все влияет, конечно, на то же сельское хозяйство, на экосистему. Например, могут появиться какие-то новые виды, не знаю, насекомых, птиц, животных, которые будут влиять на нынешние экосистемы. И все это взаимосвязано. То есть даже невозможно сказать однозначно, Латвия будет в проигрыше или выигрыше. Отдельные отрасли будут в проигрыше, выигрыше. Все зависит от того, как мы будем действовать, сможем ли мы подстроиться, то же самое сельское хозяйство, может быть, выращивать что-то новое, отказаться от привычных нам продуктов, а выращивать, ну, не знаю, что-то более экзотичное, например, для нынешнего бананы, климата. Бананы, как Олег уже сказал. Подводя итог, в ближайшие 100 лет Латвию не затопит, будет теплее, зимы будут теплее и дождливее. Солнечных дней должно быть больше, тут по нашим прогнозам. А возможно, на огороде вырастет какой-нибудь груд новый. Новая экосистема появится. То есть надо быть готовым к тому, что могут быть изменения, которые неприятно удивят. Ну что, у нас спасибо большое. У нас сегодня утром в нашей студии была начальник отдела климата методологии Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Светлана Анискевич. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.